На божественной литургии апостол, послание к евреям, так апостола Павла, 310-е начало, с 1 по 13 стихи. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покойку, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слова слышанные, не растворенные верой слышавших, а в ходе в покой мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне говоря через Давида, после столь долгого времени, так выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено открыто перед очами его, ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И послание к Галатам святого апостола Павла, 208-е зачало, стихи с 23 по 29 включительно. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».